На базе диагностического отделения Видновской районной клинической больницы недавно открылся специализированный дневной стационар. 18 хирургических и 2 офтальмологических койки, перевязочные, диванчики, телевизор. Словом, все необходимое, чтобы пациенты провели время в больнице не только с пользой, но и с комфортом. Дневной стационар отличается от хирургического стационара круглосуточного тем, что пациент не находится здесь в течение 24 часов. Он приходит в первой половине дня, находится в первой половине дня и затем уходит домой, при этом получив квалифицированную, высококвалифицированную помощь. Как правило, пациенты сюда попадают по направлению лечащего врача поликлиники. Здесь работают доктора всех специальностей, в том числе проктолог, флеболог и уролог, которые выполняют как малоинвазивные вмешательства, так и стандартные операции, а также все необходимые исследования. Производится такие оперативные вмешательства, как эндоскопические полипэктомии из толстой кишки, из желудка, где производят такие операции, как удаление атером, липом, доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки, папиллом, электрохирургическим способом. После всех этих операций пациента чаще всего отпускают домой в тот же день, и в дальнейшем он просто приходит на перевязки и необходимые процедуры. Мария Лягушкина в дневной стационар ходит на перевязки после операции на лопатке. Сейчас, благодаря стараниям врачей, чувствует себя хорошо. Очень добросовестные, очень ласковые. Так встретили меня, и полежала, и походила, все сделали как надо. А Сергею Потапову вчера провели лицевую операцию, после чего отпустили домой. Теперь ему предстоит несколько дней приходить на перевязку. Хотелось бы выразить глубокую благодарность сердечную медсестрам, докторам, которые встречают с вниманием, с заботой, отдают полностью себя своему любимому делу, ну и пациентам, естественно. Пришлось столкнуться впервые с дневным стационаром в силу необходимости, только лишь благодарности. В планах сотрудников стационара внедрять все больше разнообразных методик, которые позволят победить болезнь быстро, эффективно и не прибегая к использованию скальпеля. В частности, при геморрое. Это склеротерапия, это лигирование геморроидальных узлов. Сейчас мы ожидаем, вот должен прийти лигатор, так называемое механическое такое устройство, при котором вот эти колечки резиновые вот набрасываются на геморроидальный узел, и он отпадает потом сам. Нововведение появится в Видновской больнице уже к декабрю. А вот современные методики лечения варикозного расширения вен уже вовсю применяются в стационаре. В дневном стационаре будут выполняться современные вмешательство по поводу варикозной болезни, так называемая эндовазальная лазерная коагуляция. Преимущество этого метода заключается в следующем, что оперативное вмешательство выполняется амбулаторно, то есть пациенту не требуется госпитализация, в день обращения выполняется вмешательство, которое длится примерно около часа. В дальнейшем от получаса до часа пациент наблюдается и в этот день самостоятельно уходит домой. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.